Стратегия комплексного озеленения дальневосточной столицы будет утверждена уже в следующем году. Мы проехали несколько питомников. Задача абсолютно понятная – посмотреть, на что мы можем рассчитывать в текущем году. Как бы еще раз подчеркну, в текущем году мы говорим не только о тактике, а это высадка растений прямо в текущем году, но и о стратегии. Мы говорим о создании плана озеленения нашего города. Это ровно тот документ, который необходим для того, чтобы все последующие муниципальные служащие на протяжении нескольких лет, я убежден, что эту работу нужно вести не одну пятилетку, придерживались этой логики. И тогда город заиграет новыми красками, мы увидим красивые, качественно озелененные микрорайоны нашего города. Пока идет проработка стратегии, глава города Константин Шестаков сообщил, что важнейшим решением в этом вопросе станет создание муниципального лесопитомника. Основная задача, в том числе мы ведем сейчас эти консультации, создание собственного питомника, питомник, который позволит после закладки минимум через 5 лет получить хороший посадочный материал. Городской администрации сейчас предстоит заняться подбором подходящего земельного участка для организации питомника. Идею муниципалитета уже поддержало Министерство лесного хозяйства правительства Приморского края, которое готово всецело помогать краевой столице в этом вопросе. Олег Завьялов, Диана Иванова, новости на Восьмом.